Хей, ребят, всем привет! Надеюсь, вы соскучились по этому контенту. Ну да и ладно. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в наш всемирный YouTube, вот где мы смотрим видео, конечно же, и наш всеми любимый. Почему всеми любимый? Потому что YouTube снова присоединяет американские компании, и снова мы будем зарабатывать побольше денег. Так что с YouTube пора, можно не уходить, так что... Повезло нам. Ну что ж, и сегодня добро пожаловать на наш YouTube, где мы можем найти игровой ПК на улице. Только стой! Чувак, если ты прямо сейчас поставишь лайк в течение 3 секунд, то завтра ты утром получишь игровой ПК. Завтра утром, когда ты будешь идти по улице. Это, чувак, не шутка. И он будет написан именно специально для тебя. Если ты хочешь этот комп на улице, то ставь лайк. Ну что ж, ребята, надеюсь, вы помните того самого школьника, который собрал игровой ПК из 5000 деталей Лего. Собрал игровой мощный компьютер GTX 1090 Your Revenge. Я собрал игровой мощный компьютер. И этот чувак выпускает совершенно новое видео, где он находит игровой ПК на улице. Ну что ж, мне очень стало интересно посмотреть. Давайте все вместе с вами посмотрим. Па-па-па-па-па. Погнали. И всем привет, дорогие друзья. Я думаю, то, что вам понравилось мое предыдущее видео. Сегодня будет рассказ о том, как мы с другом шли после школы. Ну что, стоп, чувак. Я, конечно, понимаю все, но ты не мог бы записать вот свой собственный геймплей, как я. Откуда у тебя дождоплер? Откуда? Конечно, я понимаю, ты мог бы скачать пиратку CSGO, как я. И вот такой у меня нож на серваке. Так что я, конечно, тебя понимаю. Давайте смотри дальше. Это было утром. Мы шли с другом после школы домой и увидели компьютер. То есть ты говоришь, что именно вы нашли игровой ПК утром, а вы уже шли после школы. Что, простите? О боже, Дима, ну почему ты дико кэтишь этого школьника? Он просто снимает видео, ну почему, Дима? Ну ладно, чувак, была вот, например, такая ситуация, было, что вы нашли игровой ПК на улице, но у меня такой задается один вопрос. Какому мне должен кто-нибудь оставлять там игровой компьютер? Какого должно там быть? Ладно, хоть бы это и было, но вопрос, что он там должен делать? Вот я сейчас у вас, подписчики, спрошу, вы бы там оставили свой игровой компьютер на улице? Если напишите в комментариях, чем вы бы оставили комп там свой или нет. Но сейчас у меня просто задается один вопрос. Откуда этот комп лежит на улице? Я вчера на улице нашел 4 айфона и 2 игровых компьютера в парке. И вчера, когда я шел домой, под подушкой нашел монитор. Просто ничего такого не бывает. После школы домой и увидели компьютер. Мы думали, то есть, как подошли к нему и подумали, что он рабочий. То есть вы такие шли утром после школы, вы такие нашли игровой компьютер, вы такие, вау, возможно, он рабочий, ну, и вы подумали, что это игровой ПК. Откуда вы знаете, что это игровой ПК? Вы же, как там что было написано, игровой ПК? Чё происходит? Ну, у меня, кстати, задается один вопрос. Давайте вот представим такую ситуацию. Вы идете после магазина, и вдруг на дороге лежит ноутбук. И вы такой задаетесь вопросом. Вау, возможно, он рабочий. Нет, ребята, если бы вы были на этом месте, вы бы просто прошли мимо, потому что он был бы просто нерабочим. Так что, как-то так. Так что давайте будем смотреть дальше. Типа, давай посмотрим, короче, может, себе заберем. Мы забрали его себе домой. Мы сняли корпус и нашли там видеокарту GTX 1070. То есть вы такие шли по улице, и вы нашли игровой компьютер, который была карта от самой GeForce GTX 1070? Это топовая карта на данный момент. Так, что там еще-то? То есть ты сейчас, чувак, реально спалился, а ты хотя бы не мог вырезать этот кадр, пожалуйста. Что там еще-то? Я забыл. Я заказал процессор. Нет, не процессор. Я заказал корпус на Алиэкспресс.
Ну, чувак, я специально загуглил для тебя, есть ли корпусы на Алиэкспресс, а почему же и крутой? Вот холодильник тебе, зато очень прикольно, все комплектующее, все поместится, и нам не надо же охладитель, почему же нам не корпус для ПК? Ну и ты говоришь, что это все тебе пришло через 2 дня. Чувак, ты понимаешь, что с Алиэкспресс товары доставляются месяцами, 2 месяцами или вообще годами? Я не уверен, чтобы тебе такой корпус пришел бы за 2 дня. Давайте смотреть. Корпус не приехал, и мы заказали процессоры. Мы заказали процессоры. То есть, чувак, ты решил заказать процессоры. То есть, стоп, чувак. Процессоры. То есть, что? Ты будешь заказывать 2 процессора. То есть, у тебя что? В материнке есть дополнительный слот для процессора или как у телефонов заместь, у нас есть двойная сим-карта или в телефонах то же самое, можно поставить еще CD-карту. Так вопрос, чё? А, вспомнил, у тебя же есть друг, и ты один процессор для себя, один для него. То есть стоп, чувак, еще я забыл сказать, процессоры на Алиэкспресс не продаются. И вот, в общем, я думаю, то, что вам понравилось мое предыдущее. То есть, чувак, я тебе хочу одно сказать. Ты хотя бы научись нормально монтировать. Вот когда начинающий всегда блогер начинает всегда с нормального монтажа, хотя бы элементарным вещам научись, вот ты всегда фейлишься. Так что лучше научись монтировать видосы. Да, история подошла к концу, как бы она немножко маленькая. Все же, надеюсь, она вам понравилась. И прошу поставить лайк. Ссылки все на мои социальные. Все нормально, короче, да. Все нормально, короче, да. Все нормально, короче, да. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи, всем пока. Да. Произвел. Произвел. То есть его видео уже заканчивается, и сейчас я хочу только задаться одним вопросом. Ну какого хер, чувак? Вот если бы это видео имело бы немножко монтажа и немножечко правды, оно бы вышло бы неплохим. Мне задается только один вопрос, какого должен делать там игровой ПК на улице? Вот откуда ты узнал, что именно он рабочий? Откуда ты узнал, что именно это игровой ПК? Я же уже говорил, что там должно что ли написано игровой ПК быть? Ты серьезно? Ну, чувак, этот школьник просто игровой гений. Вот, например, он видит все колоссальные, все игровые ПК. Вот если мы в Тихом океане обнаружим игровой ПК, он сразу рванется туда, чтобы его починить. То есть, ребята, если вы, у вас сломанный компьютер, и вы не разбираетесь в этом, этот чувак вам поможет. И это будет совершенно бесплатно. И плюс он купит все комплектующее, например, 2 процессора. И так же само он купит вам супер холодильник. Что отлично, без охладителя. Нам не надо охладительно. У нас есть супер супер холодильник, идеальный, чувак. Ну все, хватит с меня. У меня пригорелся сегодня пукан, так что это вообще пиздец. Так что видео. Если вы хотите новые видео, ставьте лайк, подписывайтесь. А с вами, как всегда, был Дима. Все, всем бай-бай. It's over. You got